инициативой реконструкции детских игровых площадок на территории детского сада номер 52 «Котенок» в начале 2021 года вышли сотрудники трудового коллектива и родительская общественность детского сада. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» идею поддержали, а инициатива была размещена на сайте голосования hish.online. За несколько месяцев проект набрал больше 3000 голосов, а уже сегодня его начали воплощать в жизнь. На настоящий момент игровые прогулочные площадки имеют твердое покрытие из насыпной смеси. Но, к большому сожалению, данная смесь создает определенные проблемы в межсезонье, когда дожди, да, когда у нас тает снег. Соответственно, это грязь, это лужи и так далее. Это не гигиенично, с одной стороны. С другой стороны, насыпная смесь достаточно травмоопасна. Если ребенок упал, это гарантированные царапины, там, разбитые коленки, локти и так далее. После реконструкции на территории детского сада появится больше 1500 квадратных метров резинового покрытия. Перед обычным насыпным у него масса преимуществ. Например, новая игровая поверхность будет впитывать воду. А еще на покрытии можно безопасно бегать и играть в подвижные игры. Ведь в случае падения резиновая поверхность смягчит удар. И мы очень рады, что мы наконец-то приближаемся к реализации этой инициативы. Уже проведены торги, скоро начнутся первые работы. О важности этих работ говорит то, сколько людей проголосовали за этот проект. В детском саду сейчас воспитывается 240 детей от года до 7 лет. И все они с нетерпением ждут новые площадки. Ремонтные работы должны закончиться не позднее 29 августа. Так что уже в сентябре малыши смогут играть на новом покрытии.